Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о крайне масштабном и сложном проекте, команда которого ставит свою целью решить именно множество проблем современной IT-отрасли за счет использования криптовалют и блокчейна. Называется данный проект Eternity Cloud. Он представляет собой платформу для облачных вычислений нового поколения, которая реализована с использованием технологии блокчейн. Облачные вычисления – это очень перспективная ниша, которой с каждым годом начинают пользоваться все больше и больше компаний по всему миру. Однако классические облачные провайдеры вроде Google Cloud или Microsoft Azure имеют ряд серьезных недостатков. Во-первых, это высокая цена, в которую входит не только оплата затрат на оборудование, но и наполнение карманов директоров и акционеров данных компаний. А во-вторых, это низкая сохранность данных, постоянные сливы информации, сбои в работе и так далее. От этого всего страдают централизованные облачные провайдеры. Поэтому команда Eternity Cloud ставит свою целью создать анонимную, децентрализованную и доступную платформу для облачных вычислений, работающую по запатентованной технологии. У Eternity Cloud не будет единого узла, а вместо этого оператором сети сможет стать любой желающий пользователь, который будет сдавать как бы в аренду другим людям свою вычислительную мощность и пропускную способность, получая за это вознаграждение. Операторы сети в Eternity Cloud не будут классическими майнерами, хоть они и будут обеспечивать консенсус сети по алгоритму Proof of Execution, но при этом их оборудование будет совершать полезную работу, а не просто впустую пересчитывать хэши. Помимо этого, важными участниками сети будут стейкеры, которые смогут делегировать операторам свои токены и получать за это вознаграждение. И вообще, внутри Eternity Cloud будет работать полноценная криптоэкономика, основанная на собственной криптовалюте ATNY. За эти токены пользователи будут платить операторам сети за конфиденциальные услуги облачных вычислений. При этом криптографическая база сети Eternity Cloud разрабатывается не с самого нуля. За ее основу взят блокчейн Ethereum, который считается одним из самых проверенных и надежных на сегодняшний день. Поэтому сеть Eternity Cloud будет иметь аналогичные Ethereum смарт-контракты и в целом будет иметь полную совместимость с данной сетью, что, как по мне, сильно поможет в принятии Eternity Cloud крипто-сообществом. И также важной функцией их токена будет использование его в краудфандинговой кампании по сбору финансирования для разработки Eternity Cloud. В данный момент команда Eternity Cloud провела уже два крайне успешных раунда финансирования. В ходе первого раунда все предложенные инвесторам токены были раскуплены за пару часов. Во время второго раунда распродажа длилась всего 5 часов и принесла команде Eternity Cloud финансирование почти на $1 миллион. И на данный момент Eternity Cloud участвует в третьем и последнем раунде продажи, максимальная цель которого собрать $14 700 000, из которых уже собрано более 2 миллионов. Принять участие в продаже может любой заинтересованный инвестор. Для этого нет никаких ограничений. Единственное, что нужно потенциальному инвестору, это зарегистрироваться на сайте Eternity Cloud и пройти обязательную процедуру проверки личности. Только сразу скажу, что в распродаже данного проекта не стоит ждать быстрых денег. Eternity Cloud – это крайне сложный и масштабный проект, и его разработка требует большого времени. Ну и согласно дорожной карте проекта, запуск основной сети Eternity Cloud должен будет произойти только во втором квартале 2023 года. После чего платформа еще будет дорабатываться и обрастать новыми функциями. Благодаря мощным партнерам в Eternity Cloud, члену консорциума конфиденциальных вычислений, наряду с другими громкими именами, такими как Google, Microsoft и так далее. Ну и благодаря опытной команде во главе с Иосифом Петерфи, который ранее был руководителем в руководстве Министерства обороны США. Мне кажется, что Eternity Cloud может достичь своих целей. Более того, команда проекта постоянно ведет поиск новых партнеров и спонсоров. Например, недавно они представили Eternity Cloud на крупной конференции в Дубае. Плюс в данный момент, помимо участия в распродаже, вы можете поучаствовать в деятельности проекта, став их тестером.
Ведь тестовая сеть Eternity Cloud запущена в конце 2020 года, и сейчас любой желающий может запустить в ней свою ноду. А у меня на этом все. Я рассказал лишь основные моменты проекта Eternity Cloud. Более же подробную информацию о технических решениях данного проекта вы сможете найти на их официальном сайте. Ну и подробной документации. Ссылки на все это я, как обычно, оставлю в описании под этим видео. Я же желаю вам большого профита и всем пока!